я начинаю звереть. Меладзе отреагировал на слухи о разводе с Брежневой. Вера Брежнева рассказала, как ее супруг Константин Меладзе отреагировал на новость об их разводе. Продюсер якобы закрутил роман с солисткой группы «Виагра». Заголовки о расставании Веры Брежневой с супругом пестрят в СМИ уже полгода. Есть слух о том, что Константин Меладзе начал встречаться с Эрикой Бёрцее из «Виагры». Но директор и исполнительница тут же заявил: это сплетни и ничего общего с реальностью не имеют. Меладзе и Бёрцее лишь работают вместе. Вере Брежневой надоело читать эти новости и решила рассказать правду об отношениях в семье. В интервью журналу Cosmopolitan певица призналась, что у супруга на измены попросту нет времени. Он руководит лейблом Melodz Music, 5 музыкальными проектами, выступает наставником в голосе, пишет и выпускает песни, снимает клипы, занимается детьми. При всей своей занятости Меладзе успевает решать семейные вопросы и даже готовить вкусные завтраки. Ну просто браво, товарищи ньюсмейкеры, спасибо, открыли глаза, иронизирует Вера. Сам Меладзе с юмором старается относиться к ярким заголовкам журналистов. Брежнева рассказала, что однажды муж прислал ей скриншот новости об их разладе в семье, они вместе посмеялись. Но долго смеяться над этим певица не готова. Многочисленные слухи о ее семье Веру начали выводить из себя. «Меня больше всего расстраивает, когда отзываются плохо о моей семье, тогда я начинаю звереть», отмечает звезда. Публикация фотографий из Инстаграм. Вера Брежнева и Константин Меладзе в браке с 2015 года. Но приближенные к звездной тусовке отмечают, что отношения пары зародились еще задолго до их официального объявления. Ксения Собчак в одном из выпусков своего YouTube-шоу рассказала: связь певицы и продюсера продолжалась 10 лет. Меладзе приходилось скрывать свою возлюбленную от пристального внимания из-за того, что тогда был еще женат на Яне Сун. С ней он растил 3 детей. Совместных детей пара Брежнева-Меладзе пока не имеет. У Веры есть 2 дочери от разных избранников. 19-летняя Соня от бизнесмена Виталия Войченко и 10-летняя Сара от олигарха Михаила Кипермана. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Изменившаяся Пугачева успела дать интервью перед изгнанием. Критическая ситуация. Актриса с 4-й стадии рака боится за мужа. Антирейтинг зашкаливает. Собчак разнесли за позорный провал на Первом канале. Виноват Лукашенко. Названа причина судьбоносного решения Путина. И многое другое.